Так, убери, сказал. Комиссия, в которую вошли представители управляющих компаний и управления внутренних дел, решила начать рейд самых злостных неплательщиков. Тех, у кого долг за коммунальные услуги достигает колоссальных размеров. Общая задолженность более 100 тысяч. Прекращение подачи горячей воды – мера вынужденная. Но, как считают коммунальщики, другим способом заставить нарушителей платить они не могут. На сегодняшний день у нас было запланировано 10 отключений ГВС у абонентов, чей долг превышает более 50 тысяч рублей. Подключить горячую воду неплательщики смогут только после полного погашения задолженности. Если материальное положение трудное, люди могут обратиться в социальные службы за получением субсидии. В любом случае, коммунальные услуги нужно оплачивать вовремя. Не затягивайте с оплатой и помните, что оплата долга неотвратима, и только своевременная оплата гарантирует бесперебойную поставку горячего водоснабжения. Месячник по борьбе с неплательщиками продолжается. И по словам представителей управляющей компании, отключения горячей воды будут производиться постоянно. Владимир Глашов, Валерий Мазин. Новости Димитровграда.